Только сердце? Нет, живот. Какое сердце? Просто живот. Зачем мы его А где ваш анестезиолог? Вы на только на маске, да, анестезиолог? С перчаток вы. Ваш фиксированный пациент наркозе не нуждается. Ага. Да. Мы не видим фиксации. Хорошо зафиксировано. Ваши рука не нуждается. Держать. Володя. Это какой шов? Матрас. Сюрпризом реально мы вместе забыли. А вы реально делали операцию? А? Реально делали операцию? Аппендицит? Нет, я фигурально не большой опыт. Оперирование? Нет, я студент еще. Ассистирование? Ассистирование, да? Операция была не полостная. Какая? Которая я был? А? Не полостная, я был, я присутствовал на полостных операциях. На объем. Полостная, она легче, по-моему. А? Полостная лучше, да? Что вы визуально все видно, что делает. Нет, не обязательно. Если пациентка большая, тяжелая, у нее большая подкожно-жировая клетчатка, там не видно ничего. Обзор закрывает. Лучше это, когда пациент худенький, маленький, то есть жира мало, то есть просто все убираешь, там показываешь, куда легче визуализировать, чем когда пациент большой размер. Пациенту плохо, ей нужно делать искусственное дыхание. Нет, она еще рот, дышит. Рот. Каждый...